Они все сектанты, миллиард людей. А вообще нравится? Ну, а как это называется? Группа? Это называется... Это группа... Что это? Чем это можно назвать? Как это? Это называется Хари-нама. Хари-нама. Воспевание имен Бога. Приходим и поем. У себя дома собираемся и поем. А все по воскресеньям собираемся у меня. Я потом посуду мою. Я могу сюда прийти посуду мыть. И все за мной повторяют. Не поняла про посуду. Ну вот, они вот дома танцуют, да, тоже. И бывают сюда тоже танцуют. Я вот дома, допустим, посуду мою. Я тоже могу сюда прийти посуду мыть. И все за мной повторяют. Нет, вы можете посуду дома оставить, а пить будет. Или дома чистить посуду и петь. Совмещать все. Мы так и делаем. Я пол мою, посуду мою и пою. И потом это уже образом жизни становится. Запоминаешься. Охота так жить. Ну, насчет секты, конечно, интересно. Вообще привлекательная секта, да? Ну, я бы не сказала, что секта меня как-либо привлекает. Просто мне кажется, что... Не знаю, в секту бы я никогда не вступила. Хотя я не знаю, конечно, под каким воздействием. Смотря какую. Нет, нет, знаешь, это, скорее всего, я считаю, что в секту... Это как... Ну, их же что-то объединяет, раз они в секту поступают. Так что я не знаю, кроме как секты, я не могу это назвать. А если, ну, просто объединились люди, которые любят петь про Бога? Если так нет, назвать... Нет, я тоже не могу никак исключать. Конечно, это право любого. Секта вряд ли вышла бы на белый свет, да, из-под коля? Ну почему нет? А как они привлекают людей в секту? Именно тем, что они в свет и выходят? Ну, вряд ли кто-то их на улицах вот так видел, в таком огромном количестве и открыто. Ну, возможно, я тоже не спорю. Ага. Посмотреть. Что-то необычное. Ты же не каждый день такое увидишь. Обычно здесь гитаристы, которые собирают деньги. Нет, ничего, поют и вообще неизвестно что. А так танцуют тоже, поют. Почему бы нет? А как настроение? Ну, знаете, такое состояние спокойствия. Спасибо огромное.
красавица. Спасибо. Счастливо. Ну, прикольно. Нам нравится. Забавно он пляшет. Пляшет? Да. Позитивные. Скажите Хари Кришна. Что? Хари Кришна. То, что поют. Хари Кришна. А я уже, а я уже прочитал. На флаге написано. А что это такое? Хари Кришна. Да. Вначале скажите, потом я вам объясню. Нет, нет, сначала так, скажите. Так, это имена Бога. Да? Бог. А что за Бог? Ну, Кришна. А я не знаю. Ну, вот. Культурологию не учил, да? Ну, все понятно с тобой. Индусский, да? А что, Бог разве бывает разных национальностей? Нет, ну называют на имя у него в Индии, да, такое? Правильно? Стол называют в Англии тейбл. Немцы называют этиш, да? Ага. Русский стол, там китайцы еще как-то. Ну а суть-то одна и та же внутренняя. Ну, понятно. Но человек он тот забавный. Мне нравится. Хорошее настроение, да, у вас? Да. Спасибо большое. Пожалуйста. Счастья вам и удачи. Спасибо вам тоже. Тоже. Хари Кришна. А? Нравится. Спасибо. Длинная песня? А? Длинная, да, песня. Бесконечная. А там слова написаны на флаге. Слова, да. А вам нравится эта песня? Да. Они в саду пели, другая песня была. Что? В саду пели, там другая песня была. Ну, слова те же, да? А? Слова те же. А вот слова я не знаю. Я не помню. Такая интересная. А скажите, Хари Кришна. Как? Хари Кришна. То, что поют, то, что написано. Хари Кришна, скажите. Хари Кришна. Спасибо вам огромное, девушки. Счастья вам и удачи. Вам того, что... Ну, тут каждый раз... Какое? Умиротворение. Спасибо большое. А скажите Хари Кришна. Хари Кришна. Спасибо огромное. Счастья вам и удачи. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna.
Неоднократно присутствую здесь, ну, в основном случайно попадаю на ваше выступление. Мне нравится здесь энергетика, пространство прокачивается и веет добром, и хорошая энергетика идет, добрая такая. Ну, мне нравится, что люди счастливые, радостные, счастливые, это уже хорошо. Какая бы вера ни была, какой бы национальности люди не были, но когда добром веет, счастьем от людей, это очень приятно. И происходит гармонизация. И вот говорю, мне очень нравится энергетика, которая здесь потом остается в этом месте и какое-то время еще держится. Я вот на многих ваших выступлениях был, и во многих местах я это чувствую. Ну, спасибо. Спасибо.